Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Итачи, Гусенек, Дэн, Крошка, Крошка, ОЛТВ, Заварно Кофе. Всем привет. Всем привет. Всем ОЛТВ. Тебе понравился ролик, когда мы убегали от спринт Бонни. И сегодня у нас очень классная карта, это с мультика Gravity Falls. Если у тебя кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать, веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. Гусенек, покажи, на что ты способен. О май гад. Вот он бежит, вижу. Вот он. Так. Да и думаешь, что же мне делать? А он сюда не запрыгнет. Только на лесенку. Никак. Что ты здесь делаешь? Махай крыльями тут. Эй, машину не бей новую, ты чё? Беги, Диппер, беги! У нас в аренду всё взято. Так, дальше будем тут стоять. Надо за ним следить, это очень опасный. Бля, знаешь, что Гусенёк управляет? Будем мы чувствую минут 40 играть. Пока он кого-то поймает. Максим, не хочешь податься ему? Я не хочу, конечно. Он может в дороге выйти, аккуратно. По-моему, ли он сюда идет? Так, надо где-то он здесь. Что это за полтергейсты? Открывают везде двери, но никого нет. Это никто. Ой, это наш. Фух, я испугался. Так, мы все, считай, в одном месте. А его нету. Эй, аниматроник, ты где? Иди сюда, щенок. Сейчас иду. Бегим, беги, Дима, беги. Я дверь закрыл. А где он? А, вон он. Давай, иди сюда. Опа. Это очень сложно попасть, потому что я профессиональный убегальщик. Ну ты какую машину потолкал? Так, я сейчас кое-что с машиной сделаю, чтобы не... О, там как раз таки яма, я ее сейчас туда вытолкаю. Так, идемте посмотрим, как Гусенек будет скидывать машину в яму. Отлично сейчас будет. А, да, только тебе будет тяжело здесь пройти. Давай мы тебе поможем. О, я пошутил. Я прибежал к вам. Гусенек, я тебе помогу. Эй, отдай. Ай, ударил, блин, я не ожидал. У него радиус большой. Это было случайно, теперь я буду очень внимательно играть. Бегите, пацаны. Давай, режь всех. Есть. Еще одного чекнул, ребята, так потихоньку. И начнет выносить нас всех. Ага. Максим, а ты где? Я снизу с вами. Ты что вы очкуете, он же не дамажит когда. Я хочу, чтобы ты Максима убил. Я не хочу, чтобы Максима убил. Ну убей Максима. Ой, бесился опять. Давай, псих, беги. Ну не злись. Чё ты злишься? Наверное, никого чикнуть не может. Есть. Еще одного чикнул? А, чё ты, наверное, нажимаешь? Ладно, я пойду в дом. Тут где-то кухня есть, буду на кухне тусоваться. Вот правильно. Дима, я к тебе побежал. Да? А, не, он нас забайтил. Он в доме, он в доме. Да я здесь вот тусуюсь. А где ухода? Вот этот псих! Он решил меня убить, но я ему не дамся живым. Это было близко, еще чуть-чуть по спине попал бы. Давай, спринт Бонни. Еще никого не смог замочить. Ну ничего, до поры времени я вас убью все. До поры времени. У меня 10 ЧП, он меня... Танечка, привет, как дела? Ой. Ой, я пошутил. Давай, Санёчек, давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Вы меня задрали. А чё? Давай последний левел, сложности нам. Да тут мы пытаюсь. Режь. Смотри. Нет. Отлично. Теперь их двое. Нет. Режь его полностью. Ой. О, ещё один аниматроник пришёл. Ну что, давай, иди сюда, щенок. Опа, не смог. Так, пацаны, побежали. О, я иду на второй этаж. А там тупик. Давай на второй этаж ко мне, Дим. А где ты? Я на втором этаже. И я на втором этаже. Ну вот он я. Я тебя не вижу. Ну давайте быстрее к нему бегите, он убейте его. Он поднимается. Так, ну что, один на один выходим. Давай, я готов.
Беги, Дим, он чуть меня не убил. Он меня тоже чуть не убил. Вот дверь, спасибо, спасибо за дверь. Блин, их уже двое. Ребята, очень напряженный момент. Я не должен слиться, я должен тащить. Я закрыл специально все двери, чтобы ты не выиграл. Он своего поймал. Станчус. Это классно было. Пацаны, выручайте, идите ко мне сюда. Не. Есть, я вырвался. Так, теперь надо как-то на лестницу вырваться. Вон он бежит. Отлично. Вот это было очень мощно. Опа, он со мной. Так, теперь надо как-то здесь его обмануть. Опа, обманул. Я лучший игрок. Это точно человек на бота похож? Да ты дурак, что ли? Нет. Да ну нет, а кто меня убил? Ё-моё, я так дёрнулся. Иду рубить всех, кого вижу. Так, давайте думать. Если бы я был бы Максимом, я бы пошел жрать. Хорошая идея. Так, он бы поел бы, потом пошел бы, посидел на кресле, посмотрел мультик про гуся какого-то здесь, потом встал и пошел на второй этаж. Ага. Тут, наверное, Максим здесь бегает на улице, типа. Кружка Круша, ты чё тут сидишь? Ну, то ясно всё. Ой, кого-то ещё съели. Поймал! Блин, меня поймали. Ещё одного убили. Хорош. Четыре на четыре, ровно. Беги, Кружка Круша. Ай. Есть, ай. Чикнул, чик. Чикнули. Как-то странно это работает. Да еще живой. Так, Максим, а ты где? Я на карте. А я вижу тебя, прощай. Обманщик. А это не ты в лесу бегаешь? Я не разрешаю. Это ты, щенок? Где? А вот бежишь вдоль дома. А это мы. Так, как бы его подловить? Вот я думаю, как это сделать? Шанс только один. Вот так бежать и махать. Не надо меня бить. Ах ты, блин, уклонился, жопа. Ну отстань. Ну пожалуйста. Ну отстань. Не убил? Анимация Нет. была, как будто замочил. Первый, кто в коксе взял. На R нажми, у тебя будет свой режим. Кто в коксе был, все. Идите сюда, пупсик. Вот жертва моя, я должен как-то его убить. Как мне это сделать? Не надо. Так, я не понимаю, чего вы за мной бегаете? Вон там. Так, давайте срежем. Одинаково подумали с Фокси и побежали в другую сторону. Ты жопа, блин, я же должен был тебя замочить. Вот эта толпа за ним бежит. Отстаньте от меня. Нет, мы должны тебя убить, поверь. Так будет лучше для всех. Есть, чикнул! Чикнул! Я знал, что его подловлю. Ребята, у него вообще мало жизни. Совсем немножечко. 40 кп. Отлично. Сейчас мы тебя еще раз чикнем. Это будет хорошо. Тебе понравится. Да, вкусненько, прикольно так. Кто еще жив остался? Я. Ай, зараза! Это я был! Ребята, вот так потихонечку и жизни выносятся. Сейчас я еще раз его подловлю и все. Давай. Смотри. Побежал профессионал. Так, пацаны, что-то нам сложно. Че, убили кого-то, да, из диперов? Я убил кого-то. Через текстур ты убил. Молодец, красавчик. Так, еще один остался, и все? Да, я. А, еще ты? Да. Двое осталось. Хорошо, пацаны, давайте бегать вдоль карты и смотреть, потому что они могут... О, нету его. За деревьями сидит. Кто это? А, все, ОЛТВ. Все, я остался. Один ОЛТВ? Так ты лучший игрок в этой серии? ОЛТВ, ты будешь победителем, если ты продержишься сейчас 2 минуты. Или 3? 3. 3 минуты, все, время пошло. А скажи подсказку, где ты? Ты бегаешь хотя бы? Нет, я не бегаю. Ты запрятался, что ли? Он да. Спрятался либо за деревьями, либо дома, ребят. Так может нечестно прятаться? Нет!
где он? Где он? Скажите. Нашел. В ящике. В каком ящике? В доме? Если бы я не сказал, бы меня не нашли. Убили его уже сразу? Да. А, все уже? Убили? Я забрал его. Так легко это все произошло. Гусенек один выживший против семерых аниматроников. Дайте падайте, падайте. А вот теперь идет комбайн. Убийца. Комбайн? Один упал уже. Красиво, гусенек обманул. Ну давайте, пацаны. Давайте, мочите его. Мы должны это сделать. Гусенек, ты нормальный? Ты давай сдавайся уже, наверное. Он опять байт нас будет. Давай, падай, падай. Оба-на, привет, я его поймал. Ну, на лаге, чисто. Да, убил. Так что, гусенек, две минуты ты не продержался. Да он тоже бы не продержался, и кто меня убил. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.